Мы будем с тобой сейчас делать кукиски. Кукисы. Давай посмотрим. Это Christmas tree. Ready to bake. Pillsbury cookie. Так, давай нам посмотрим, что нам надо сделать. Нам нужно, значит, baking direction. Значит, нам нужно подогреть духовку. А нам нужно положить их на не... То, что не прилипают, бумажку специальную для выпечки. Мама потом возьмет. Ти куда посел? И 10-12 минут. Что не может камера настроиться? 10-12 минут их бейкать. Вот так вот. Ты принесла свои игрушечки. Ты будешь печь вместе со мной, со своим маленьким... Да, давай посмотрим с тобой, какой внутри. Габи. Да. Эй, смотри, Габи, смотри. Они уже готовы. Вот. Все, сейчас будем с тобой их делать, да? Да. И с твоими куколками. Да. Так, все, мы уже включили здесь на все накалять. Папа даже пришел нам помочь. Да, папа? Я всегда рад помочь. Так, открываем. Молодец. Тут у нас уже приготовленный этот вот лист с пергаментной бумагой. Разорвать. Просто разорви, не бойся. Вот так вот разорви. Боже, какие красивые кукисы. Так, все, начинаю вытаскивать. Не надо полностью вытаскивать. Это окей. Ты же можешь вытащить печеньки? Да. А ну ты можешь их все вместе, вот этой всей... А да, по одной штучке, да. Наши кубки приготовились. Очень мягенькие они. Я бы даже не знаю, мне кажется, я бы, может, их еще поготовила. А, какие нежные. Нет, они сейчас пока остынут, они затвердеют. Вот. Так что я их оставлю. Да, потому что написано, даже что если сырое тесто будет есть, это безопасно. Да, оно должно остыть, я сейчас понимаю, потому что если мы не дадим ему остыть, оно вот так вот все развалится. Когда мы остынем, оно сейчас схватится. И можно будет разложить нашу праздничную тарелочку. Сейчас мы сначала их переложим красиво в тарелочку сюда, Габуль. В эту тарелочку давай. Не, а потом будем кушать. Вот уже у нас и Гошка пришел, да, выстроился в очередь, да? Тоже покушать печенька. Так, красиво вот так по кругу и в такую горку пайл сделал. Не-не, не надо кушать. Окей, давай. Вы без молочка, дай кушать, они вкусные. Такие мягенькие, да? Ой, классно. Да, it's okay, ничего страшного, но мягко. И у куколки уже печенька стоит, да, в тарелочке? Молодец. Так,
кабусечка, да, аккуратненько выкладываем. Все, садимся и кушаем печеньки, которые Габи так тяжело готовила с мамой. Или бомбал. Да. Ну как, ямочка? Ледошенька, скажи нам что-то. Это очень хорошо. Очень вкусные печеньки. Ям-ям-ям. Подойди. Меня здесь видно в зеркале. Ледоша, тебе понравилось? Да, мы с папой сходили в Долорану и взяли вам маленькие чипсы. Не, они не плейн, они габуся саур крем. Ох, Ледоша, Ледоша кушает печенечки. Габуся моя, вкусно тебе? Ты моя зяя. Зяя. Да, только не надо сразу все хорошо кушать. Ну все. Крисмас куки готовы.